Всем привет! Ребята, знаете, который уже час у нас? Не поверите, сейчас уже не утро, сейчас уже 4, без 10 4. В общем, у нас этот карантин нас вообще всех выбил из колеи. А с сегодняшнего дня, представляете, запрещено выходить на улицу без маски. И в магазин не пускают тоже без масок. То есть вообще не пускают в магазин без масок, а у нас масок нет. Есть одна единственная, которая вот это вот с языком, но в ней Кира только может ходить. Я себе не представляю эту маску с языком. В общем, мне сейчас нужно выйти в магазин, я, наверное, ее все-таки возьму, да, лицевой стороной к себе одену, потому что просто в магазин не пускают без масок. На улице люди ходят все в масках. Катастрофа полнейшая, просто реально полнейшая катастрофа. Плюс только что пришли новости о том, что хотят продлить карантин до 24 апреля. То есть он должен был быть до 2 апреля. А теперь пришло аж до 24 апреля. Как это все будет происходить, я, честно говоря, в шоке. Но они написали, что они могут его укоротить или могут увеличить. То есть уже в зависимости от того, как будет тенденция заболеваемости у населения. По крайней мере, сейчас по Украине на утро было 113 заболевших. То есть по Украине 113 заболевших именно в разных областях. Как оно все будет дальше происходить, неизвестно. Но у нас только начинается эта серьезная эпидемия. И поэтому взяли за такие серьезные меры опасности, предосторожности, вот так вот. Также у нас сегодня день рождения у нашей бабушки, у моего бывшего мужа, мамы. Мы с Кирюшкой ее уже с утра поздравили. Подарок тоже я заказала, он будет завтра, чуть-чуть не успела, ну, потому что с карантином немножко идут задержки. Но подарок тоже есть, и завтра я его заберу с новой почты. У меня там еще на новую почту сегодня должна одна посылочка прийти. То, что я заказывала с AliExpress, вот этот вот освежитель для животных. Но сегодня я уже за ним не пойду, пойду завтра, заберу уже и одну, и вторую посылку. И передам подарок курьером, можно так сказать, для бабушки. А Кирюха сегодня тоже целый день сидит дома. Вообще целый день все сидим дома. У меня уже просто крыша едет от того, что сидишь дома. Это хорошо, что у нас хоть есть собаки, с которыми можно выйти на улицу, хотя бы немножко пройтись. Я с утра прошлась с собаками, у нас площадки все закрыты. Тренажерные площадки все закрыты. Все полностью вот так вот огорожено лентой, и гулять нельзя. То есть категорически нельзя. Детей с площадок выгоняют, в магазин без масок не пускают. Но что самое главное, ребята, масок нигде нет. То есть они просто нигде не продаются. Вот как это взять, чтобы они требовали ходить в масках, но масок не было. Я вот это вот вчера была в аптеке, хотела же купить антисептик для рук. И получилось так, что в одной аптеке не было, и я зашла по дороге домой в другую аптеку, и там как раз был этот антисептик, так я сразу купила 3 бутылки. Но смысл не им пользоваться, если нельзя гулять на улице и вообще никуда нельзя выходить. Короче, как-то так. В общем, сидим дома, взаперти, ничего не делаем, реально бездельничаем. Я вот это вот просто взяла камеру, да, хотя бы что-то вам провещать, рассказать, как вообще происходит ситуация и что и как. Погода сегодня на улице еще холодно, но уже ясно. И завтрашнего дня обещают потепление. Это ладно, сейчас холода, и еще не сильно хочется гулять. А когда сейчас начнется хорошая погода, дома просто сорвет крышу ездить. Сидеть, вернее, ездить. Нормально говорю. Заговариваюсь уже. В Ирпене, думала поехать в Ирпень, так в Ирпене городок вообще масипусенький. И в Ирпене уже тоже есть заболевшие этим коронавирусом. Поэтому даже и не сильно хочется теперь и в Ирпень ездить. В общем, я же говорю, как-то очень все сложно, неинтересно и скучно, скучно, скучно. Но вот Кирюха себе нашла сегодня занятие. Я, кстати, тоже нашла себе занятие. Я сегодня целый день смотрю фильм, как он называется, «50 оттенков серого». Ну, нравится мне это кино. Вот уже смотрю вторую часть. Она сейчас закончится, буду смотреть третью.
А после него, наверное, начну смотреть свое любимое кино «Сумерки». Может быть, ко мне и Кирюшка присоединится, потому что друзья немножко уже поднадоели. Нет, ты мою кровать показывала? Нет, сейчас вот покажу. И мой личный дневник. Сейчас покажу. Друзья немножко поднадоели, поэтому хочется какие-то другие фильмы посмотреть. Друзья, будем, может быть, на вечер смотреть. А сейчас вот досмотрю 50 оттенков всех серых цветов. И будем, наверное, с Кирой смотреть фильм «Сумерки». А Кирюха вчера, в общем, тоже увлеклась сериалом «Друзья» и расклеила всю свою кровать. Смотрите, как у нее тут все получилось. Вот это «Friends», чтобы вы не писали, что тут неправильная буква «R». Это так задумано специально. Я так «R» пишу, я не знаю, почему мне так удобно. Вот, так специально задумано. Вот, видите, Чендлер, Джоуи, Росс, Рэйчел, Фрэнс, Фиби, Моника. Еще там календарь. Календарь. Кстати, такой сделала. Вот за март, за не май, только. За апрель. А ты написала 15 число красным? Или забыла? Нет, уже, что такое 15 число? Ты помнишь, что такое 15 число? Дата рождения. Я 1 апрель, праздник. И мое. Я не знаю, как его сделать. И, в общем, Кира, покажешь свой дневник? Она сегодня просто сидит практически с самого утра, делает себе дневник, смотрит, что ты там, трум-трум смотрела? Нет, вообще ничего не смотрела, нашла какую-то девочку, она рассказывала, как прикольно сделать. В общем, смотрите, как она прикольно сделала, вообще обалдеть. Каникулы, карантин. И смотрите, как она тут прикольно все написала. Вот, смотрите, как круто, мне так нравится. Вот это вот сидела сегодня целый день, писала, 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 закончила эти две странички и сейчас делает какие-то Дисней-планы. Тоже то сейчас будет все разукрашивать, пока она все доделывает. Но вот это вот мне очень нравится. Вообще круто-круто получилось. Тера, что ты делаешь? Теруся грызет Кирюшин рюкзак. Нельзя его грызть. Ждет, пока я ей кушать дам, и тапочки мои разносит. А кушать я ей запарила, и она вот это вот за мной бегает. Ждет, пока я ей выдам еду. Да, Теруська? Нашла сегодня на балконе вот этого вот Макса. Скулила, 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 чтобы я ей его дала, забрала, и все, и носит с собой. В общем, я так поняла, что Тере нравятся игрушки реально огромные и большие. Желательно больше, чтобы, чем она. И она увлеклась этим Максом. Смотрите, как безумно ей понравилось. Шантюська на это все дело смотрит издалека. Ну, а снег, в общем, как всегда, лежит и спит. Салфеточки, нужные вещи. Терочка, еще не готова еда, она только запарена, девочка. Только запарена еда. Ну, терпи, терпи. Кирюша, что ты сейчас делать будешь? Немножко перерыв? Да? Ну, а что, перерыв? На дневник. Да, потом снова пойду в дневник. Снова будешь писать? Я тут в F3 задают вопросы. А ну давай. Сейчас я поставлю на паузу кино свое, подожди. Ну. Куда сейчас смотрит твой указательный палец? На телефон. В какой стране ты бы хотела жить? Америка. По-моему, знаешь, что ты средний палец показываешь? Я не показывала. Если ты о том, что я показывала... Сантиметрафу! Если... Я не показывала, отвечаю. Если ты о том, что я показывала свой любимый палец, то да. Типа, у меня в F3 спросили, какой твой любимый палец? Я, типа, черненьким замазала. Угу. Я, типа, показала вот этот палец и мизинец. Я такая, их два. И замазала их черным. Привет, 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 Кира, привет. Хочешь каре? Да, твоя любимая игра, Brawl Stars. И вот теперь мне все пишут, ты играешь в Brawl Stars? А давай поиграем в Brawl Stars через минут 20. Кира, твоя близкая подруга Дарина и Лиза, в каком возрасте поняла, что чувствует? Короче, завела бы общение с подписчиками. Да, как дела, норм? Как долго ты снимаешь на YouTube? 5 лет. Круто быть популярной. Я не популярна, я обычная. Если то я напишу тебе в директ. Ок, давай дружить, давай.
Круто. И теперь я тоже поотвечаю на ваши комментарии. Так как, ребята, делать нечего, мы никуда не ходим. Вот комментарии включены, поэтому можно на них поотвечать. Вопросик. Скажите, почему Кира не снимает в ТикТок? Потому что у Киры на данный момент ТикТок заблокировали до 28 числа. По какой причине, мы сами не можем понять. Скорее всего, много было хейта или кто-то пожаловался из таких дружелюбных людей. Вот, поэтому пока ТикТок у нее заблокирован. Очень, ребята, очень, просто каждый раз мне задают один и тот же вопрос. Где Кирин папа? Кирин папа живет отдельно. Кирин папа живет с другой женщиной. Все, этот вопрос больше не поднимается, потому что этот вопрос для меня очень сильно... этот вопрос для меня очень сильно болючий. И мне больно, в общем, Мамочка, на эти комментарии отвечать. Нормально вообще? Кира мне принесла Теру. Говорит, можешь ей попу протереть? На. Я не умею. Выбрасывай. Вот, поэтому прошу больше на этот вопрос не спрашивать. У Киры папа есть, у меня нету мужа. И этот вопрос я не хочу больше на него отвечать. Все, нету и все. Живем отдельно. Хотите ли вы фан-встречу? Кира, ой, Кира, да господи, Шантитера, фу. Да, хотим фан-встречу, но не знаем, как ее сделать. На данный момент вообще неизвестно, как и когда. Значит, уже скоро 100 тысяч. Да, ребята, у меня уже скоро на канале 100 тысяч, и я просто их безумно жду. И надеюсь, что к моему день рождения у меня будет такой шикарный подарок. 100 тысяч на канале. Действительно, я об этом мечтаю. Это моя первая цель. И я очень долго к этому шла. И очень сильно стараюсь. Так. Выпускаете видео про слаймы? Нет, слаймы уже не делаем. Уже не актуально, не интересно. Уже эта стезя прошла. У нас в России продлили карантин до сентября. Ого! А как же дети будут сдавать ДПА, ЗНО? Вот я этого, честно говоря, не знаю. У нас тоже вот ДПА будет, и как мы его будем сдавать? Как это все будет проходить? Я уже так предположила, что, скорее всего, мы будем, наверное, летом заниматься, и летних каникул не будет. Но об этом тоже я ничего говорить не буду. Это лично мое предположение. Так, куда вы Мишку дели? Ребята, вы что, не смотрите влоги? Мишки? Нету, Мишка погиб. И у нас новая собака сейчас Тера. Как я вам завидую, что у вас не задают уроки. Задают уроки, просто сейчас каникулы. Карантин, но он попал на каникулы. Весенние каникулы сейчас у меня неделя. Да, у Киры сейчас неделя каникул, а потом снова будут уроки. На прошлой неделе мы все делали, сейчас каникулы, и потом снова пойдут уроки. Так, Кира очень просит, чтобы ты сняла видео, как ты делаешь свой макияж, вот этот крутой, который ты делаешь именно. Ребята, мы заберем штатив завтра, да. И Кира снимет видео, потому что сейчас очень неудобно. Так. Можно спросить, почему вы не красите волосы? Крашу. Сейчас, вот видите, не накрашены, не покрашенные, потому что сейчас просто их некому покрасить. Сама я не умею. А раньше мне красила или моя мама, или мой бывший муж красил мне волосы. Поэтому сейчас просто некому. Да, я не хочу. Просто не хочу. Пишут, что у Киры в четвертом классе выпадают зубы. А когда они должны выпадать? Это молочные зубы. Они еще будут и будут выпадать. Вот вы знаете, вот мне кажется, те люди, которые это пишут, они просто вообще не понимают, что пишут. Или просто пишут ради того, чтобы просто написать. Почитайте, как меняются зубы. Или вы еще не доросли до этого, или вы уже переросли и забыли, когда у вас выпадали зубы. Так, сколько мне лет, я уже отвечала на этот вопрос в прошлом влоге. Я не хочу вспоминать, сколько мне лет. Я всегда молодая и красивая. Настя Жарченко просит передать привет. Привет тебе. Где мама Саши? Ребята, на этот вопрос ответит мой брат. У него на канале Папа Влог. На английском языке пишите, заходите и задаете ему там вопросы. И, по-моему, он уже отвечал на этот вопрос. На этот вопрос я отвечать не буду.
У каждого своя личная жизнь, и раскрывать чьи-то секреты его личной жизни я тоже не буду. Так, что еще, что еще, что еще? Какой ваш натуральный цвет волос? Мой натуральный цвет волос точно такой же, как у Киры. Точно такой же, один в один. Только уже не такой. Был натуральный когда-то, сейчас уже не такой. Почему крашусь? Потому что безумно много седых волос. Почему много седых волос? Потому что очень нервная. Почему очень нервная? Потому что жизнь такая. Почему жизнь такая? Потому что... Потому что... Так, что еще, что еще? Когда вы снимали около аптеки, там в конце какой-то дедушка мужчина показал вот так вот. Да, я это заметила, когда уже монтировала влог, я заметила, когда я там снимала, он такой на камеру привет типа показал вам. Так что всем привет, и если ты смотришь меня, то тебе тоже огромный-огромный привет. Польша, привет. Зачем было ложкой мешать собачий корм, а потом бульон? Да, я мешала отдельной ложкой собачий корм и отдельной ложкой бульон. Корм я мешала вообще ложкой чайной, а бульон я мешала ложкой столовой. Вот я же говорю, просто вот лишь бы что-то написать. Ну ладно, пишите, тоже приятно, хотя бы есть на что отвечать, на какие комментарии. Маша, тебе идут кудряшки. Спасибо большое. Это Кирюшке огромное спасибо, она вчера мне их сделала, но сегодня, видите, снова уже с ровными волосами. Зачем ваша Кира, когда снимает, у губы вперед ставит вот так вот? Ну, так ей нравится, так прикольно. Знаете так, губки бантика, носик гномиком, домиком, похож на маленького сонного гномика. Мама, да. Это моя фишка делать вот так. Это ее фишка делать вот так вот, нет, ребята. Нет. У каждого своя фишка. Вот у меня фишка делать вот так вот или... Вот так вот. У каждого своя фишка. У Киры фишка делать губы так. У каждого есть какая-то своя причуда в характере, в движениях и еще в каких-то разных разностях. Так, что еще? Что еще? Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Один и тот же вопрос везде, ребят. На него просто не буду отвечать. Просто не буду отвечать. Так, что еще? Что еще? Что еще? Как отучить Теру ходить в туалет дома? Ребят, так и делаем, как вы написали, вот Диана Морозова написала, но пока как-то никак не получается. Ходит на улице, долго гуляет, сразу же после того, как покушали, идем гулять, и она все равно делает все дела домой. Она просто прилетает домой, вы просто этого не видели. Она влетает в квартиру, она сразу же на пеленку и сразу же в туалет. И сразу же в туалет, такая порядочная, понимаете, такая порядочная. Так, вопросики, тут очень много вопросов. Кира, почему, Кир, тебе вопрос, почему тебе нравится больше снимать в ТикТок, а не в Лайк? Не знаю. Потому что в ТикТоке в конце видео нет такого ТикТок, а когда ты снимаешь видео в Лайк, монтируешь его, оно у тебя автоматически сохраняется. Ты, например, инсту хочешь выложить, как я это делаю, то там лайки. Проходит видео, а в конце лайки. Мне это очень раздражает. В общем, вот так вот. А еще в Лайке было очень много хейта, и Кира как-то перестала снимать и перешла на ТикТок. Но сейчас там вообще хейта нет. Вообще все такие добренькие. Знаешь? Где? В Лайке? Mm-hmm. Ну, значит, ну вот пока у Киры ТикТок заблочен, она в Лайке и в Инсте. Маша, Шанти, это твоя собака? У нас нету собак чьих-то определенных. Да, это моя собака. Но вообще она моя, да, потому что она только меня слушается и только со мной. А кот тоже как-то так только со мной. Он только видит меня, сразу же бежит первым делом ко мне. Вот. Тера, она... Да у нас вообще все животные наши общие, ребята. Но нету такого, чтобы вот какой-то определенный. Просто каждый животный выбрал себе по хозяину. Он любит всех, но слушается там кого-то одного. Но Шанти слушается, мне кажется, всех и не слушается никого. Потому что Шанти у нас безумно трусливая собака и со своим определенным характером. И она такая всегда была... Просто с детства. Она с детства была вот трусишкой и со своими приколами. Ее невозможно научить ни сидеть, ни лежать. Вот как у меня Мишка был, он умел сидеть, лежать, дай лапу, стоять, служить. А Шанти, говоришь, сидеть, а она боится. Она суслик знает, как
делать. А, ну когда кушать даешь, да? Нет, она реально делает. Вот, а Шанти реально, говоришь, ей сидеть, она сразу же боится, поджимается и страшно. Поэтому я ее даже не учу, потому что собака трусливая, уже хай живет себе тихонечко, никто ее не трогает, любит, кормят и лелеет. А, как зовут твою СЛПВМ? Это что такое, Кирочка? Что за аббревиатура? Может быть, я не знаю, Кири. Как зовут твою СЛПВМ? Подожди. Самая лучшая подруга в мире? А, да, в мире, да. Как ты зовут? У меня нет самой лучшей подруги в мире. У меня есть просто близкая. Мама. Мама. Поняли, как зовут ее лучшую подругу в мире? Я не ответила. Мама, не мешай мне говорить. Мама, у меня есть мама. Близкая подруга у меня Лиза, моя одноклассница. А для меня как сестра это Дарина. А лучший друг это Коля. Боже, как все сложно. Все. Так, Кири и Маша, хотели бы вы переехать из Украины в другую страну? Да. Да. Так, что еще за вопросы? Как ваш язык? Я уже отвечала. Замечательно, ребята. Мой язык отлично. Так, что еще? Вот очень-очень много вопросов, но очень много повторяется вопросов. И мне кажется, что я уже на многие поотвечала. Ой. Нос чешется. Так, чешется нос у меня. Что-то это значит, раз нож. Совет для мопса. Время от времени надо протирать складку под носом. Делаем каждый день. Я это делаю каждый день. Ну, мне прикол. Я протираю под носиком у нее постоянно. Вот здесь, вот здесь. Вот все ее складочки протираю обязательно, потому что я знаю, что они там скапливают грязь, жир, и получаются потом ранки и болезни разные. Так, 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 так. Так, 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 так. Маша, ты не думаешь о втором ребенке? Нет. Не думаю. Знаете почему? Потому что, чтобы родить второго ребенка, нужна вторая половинка. А я не думаю даже о второй половинке. Почему я не думаю о второй половинке? Потому что я еще люблю первую половинку. Поэтому не думаю о второй половинке. Короче, все, как сказала Кира, все очень-очень сложно, ребята. Все очень-очень сложно. Маша, какие у тебя могут быть нервы? Вот просто из-за чего нервы? Только и можешь что уставать. Знаете, вот кто это пишет, я бы хотела, чтобы он очутился на моем месте и прожил хотя бы неделю на моем месте. И потом сказал, откуда нервы, откуда усталость и откуда вообще все. Сейчас я не устаю вообще. Сейчас вот 3 дня вообще не устаю, потому что не от чего действительно уставать. А так вообще, ребята, от нервов устаю. Откуда нервы? От жизни. Откуда жизнь? От того, что родилась. Опять-таки, все очень сложно. Видите, как у меня сегодня какой-то такой сложный влог. Так. Почему вы кричите на снега? Мой кот умер, а вы так кричите. Я жалею, что уехала. На кого? Когда кричу? Когда он меня кусает, кричу. Кричу. Когда он лезет на стол, когда я кушать готовлю. Это я не кричу, это я с ним разговариваю. У меня голос такой громкий. Ах. Кир, я кричу на снега, вот скажи. Да. Как? Снег пошел вон! Что ты опять здесь делаешь, да? Так. Ну что еще, Кирюшка? А, кстати, видела вашу крыску на канале Дава Рава. Так выросла. Да, Эмили очень выросла. И сразу же отвечаю на вопрос, где наша крыса? Ребята, у меня на крысу началась аллергия. Хотя никогда в жизни у меня не было аллергии на крыс, но у меня реально на нее аллергия. Я даже когда приходила в гости к подруге, которой я отдала Эмили, я ее беру в руки, у меня сразу же начинают руки посыпаться мелкой сыпью и начинают очень-очень сильно чесаться. Поэтому Эмили отдали Кириной подруге, моей подруге, ну, в общем, общей. И Эмили живет там. Она уже выросла, она очень большая стала, она очень прикольная, и ее там любят и обожают.
А что произошло? Она начала рвать. Она хоть не порвала этот... Вы же представляете, что делала эта собака? Не порвала? Ну как, покусалась или она? Она покусала мою зарядку. Терафу! Вот говорите не кричать. Как можно не кричать? Нужно не просто не кричать. Она покусала мою зарядку. Посмотрите, вот видите, покусала. А это единственная, кстати, зарядка. Ну тебе в баню, Тер. Так, сюда положи. Еще и выдрала ее. Уходи, да, я читаю вашу. Читаю комментарии, Тер. Так, нет, не обращайте внимания на хейтеров. Да я не обращаю внимания на хейтеров, знаете. Когда были отключены комментарии, было так тихо и спокойно, что, может быть, я теперь их отключать снова буду, чтобы не начали писать какие-то гадости. Потому что, на самом деле, люди пишут какой-то такой бред, просто вот именно из-за этого бреда неприятно. Ну вот пишет, вот, все, ребенок 10 лет красится. Ребята, она что, красится на улицу, в магазин, она красится в школу, она красится дома. Дома. И выходя на улицу, она смывает макияж. И когда мы на улице выходили со стрелками, то значит мы просто куда-то шли в гости. Прям уже такое сделали, краситься. Ну и краситься, даже если краситься, то что? На каникулах можно все что угодно. 10 лет, ну и что, что 10 лет? Взрослая уже 10 лет. 10 лет это уже ого-го сколько. А вы говорите не злиться. То как можно не злиться? У меня еще сегодня такое состояние, не очень приятное. Вообще с утра плакала, потом чуть-чуть поплакала, потом еще чуть-чуть поплакала. Ну, в общем, как-то так. Да, Кирюшка? Да. Почему вы не смотрите на Шанти в плане? Шанти, я на тебя смотрю. Смотрю на нее. Вон Тера даже прибежала, тоже на Шанти. Посмотрела, где ваша яичница? Стоит в тумбочке. Хотите, подарю? Могу подарить. Она мне не нужна. Купили, попробовали, и все-таки яйца у нас, кроме меня, никто не ест. Поэтому я их готовлю очень редко. И то на сковородке мне больше нравится. Ну, блин, извините, Кира нас вообще не любит. Не знаю даже, что ответить на этот комментарий. Я просто промолчу. Маша, вы уникальна. Сама в шоке. Так, хочу задать несколько вопросиков. Как у вас получается снимать такие крутые влоги? Снимаю реальную жизнь. Не сложно ли вам с двумя собаками и одним котом? Безумно сложно. Иногда хочется их просто... Но я их обожаю. Ну как не сложно? Да не сложно. А что ж тут сложного? Когда они дома сидят, вообще не сложно. На улице погулял, да и все. Единственная сложность в том, чтобы куда-то уехать. Но это тоже будем решать по мере поступления проблем. Потому что сейчас вообще никто никуда не может уехать. А так, если по Украине, то я в прошлом... Позапрошлом году мы ездили, да, Кира? Да, в позапрошлом году. Что, брала всех в перенос? И вперед и ехала. Поезд выкупала целое купе и уезжали вместе с ними. Поэтому несложно. И желаю вам удачи. Огромное-огромное спасибо. Так. Конечно, не так, как... Вот. Конечно, не так, как покажи. Было на рисунке. А что это такое? Это должно было быть так. Mood tracker... Спрашиваю. Я решила так сделать. Ну, у каждого свое видение. Круто получилось. Нельзя трогать глаза. Да вообще ничего трогать нельзя, когда вы на улице. Но я с магазина в магазин сразу же брызгаю антисептиком. И поэтому, наверное, можно. Так. Видео про косметику обязательно снимем, ребята. Обязательно снимем видео про всю Кирину косметику. Все. Наверное, все. Вы разрешаете Кире смотреть сериал «Киев для меня ночью»? Уже, честно говоря, не разрешаю. Раньше разрешала, а сейчас просто он у меня уже вот тут вот сидит. Когда я слышу этот сериал, я сразу на Киру начинаю ругаться и говорить, чтобы она выключила, потому что я уже не могу. Я не люблю, страшно, когда смотрят по несколько раз одно и то же. Хотя я вот, например, «Друзей» смотрю по несколько раз одно и то же. Сериал «Сумерки» смотрю по несколько раз. Но вот «Киев днем и ночью» он меня просто выбешивает. Не разрешаю и разрешаю. Опять же таки сложно.
У Киры есть свой Авакин? Да где-то есть, она как-то играла, потом перестала играться, снова играет, потом не играет, сложно сказать. Она, наверное, такая же, как и я, которая может скачать игру, поиграть в нее пару дней, потом удалить и забыть про нее, потом снова скачать, поиграть и удалить. Uh-huh. Вот у меня, например, на телефоне вообще нету ни одной игры, я не играю в игры вообще. У Кирюхи там парочку есть, но она тоже, она вот реально поиграла. Забросила, поиграла, забросила. Ну вот мы не любим сильно в игры играть. Хотя вот на Sony PlayStation мне нравится играть. Я у брата играю, мне нравится. А так нет. А на телефоне так тем более не люблю играть. Так, ну все, наверное, ребята. Я больше не вижу новых сообщений, поэтому, наверное, на этом все. Спасибо, что задаете вопросики, спасибо, что включены комментарии, и спасибо, что остаетесь с нами в такой нелегкий день. Всем желаю здоровья, не болейте, сидите дома, мойте руки после каждой прогулки, и всем здоровья, а лучше вообще не выходить, как говорит Кирюха, да. Поэтому всем здоровья, всем хорошего настроения, замечательного дня. Может быть, еще увидимся, а может быть и не увидимся. Поэтому, если что, всем пока. Всем пока. Всем пока. И всем пока.